До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ-корупції. І судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади. Як приклад, викладаю частину звіту, де наведено дохід угрупування в 42 мільйони і 87 мільйонів гривень за липень 2019 року у Львівській і Донецькій областях відповідно. За період грудень 2019 року не менше 259,8 мільйона гривень. Переехав в другой город, Владимир Бандура, долго не думая, создал успешное предприятие. Трудоустроил людей и практически с нуля запустил производство. Он молодой человек. Он понимает, насколько будет сложная там борьба. Но тем не менее, вот его отношение к церкви, его отношение к людям, оно дает нам уверенность, что он эту борьбу выдержит, выстоит и победит для того, чтобы людям в Святогорске жилось легче. Чтобы не было вопросов, бутылки шампанского. Угу. Так, значит, пакет Рошен, я думаю, для людей это будет приятно. Угу. И открытка. О, и открытка, если можно подивиться. Пожалуйста. Значит, вот открытка с приветствием.